Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на мой канал. И мы продолжаем серию гороскопов, предсказаний, прогнозов для всех представителей знака зодиака на июнь 2021 года на русском языке. Так как все-таки 30% моих слушателей являются русскоязычными. И сегодня речь пойдет о Скорпионе. Мы посмотрим общую характеристику, общую атмосферу месяца, что будет происходить в семье, в работе, в делах, в отношениях, в любви. Возможно, карты нам дадут какое-то предупреждение, либо скажут о приятном бонусе этого месяца. А также я вам хочу сказать, что если вы услышите какую-то не очень, скажем так, для вас приятную информацию, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что карты не приговор, а всего лишь предупреждение. И мы всегда имеем право выбора. А от нашего выбора сегодня зависит наше будущее. Также я хочу сказать, если вы хотите связаться со мной, вы можете найти все мои контакты под этим видео. А мы начинаем. Итак, какой будет атмосфера месяца июнь для представителей знака Скорпион? Ну, вы знаете, сразу для вас такая информация, что здесь вас ждут какие-то не очень хорошие события. Возможно, депрессия, какие-то, знаете, трагические случаи, известия о чьей-то смерти, вот что-то такое, провал, какие-то препятствия, возможно, болезнь. Ну вот что-то будет разрушено в вашей жизни, какие-то не очень месяц будет такой, знаете, немножко печальный, трагичный, немножко трагичный. Уж извините за, но я всегда говорю то, что я озвучиваю всегда то, что мне говорят карты. А поверьте, карты никогда не лгут. Но есть и хорошие, будут и хорошие моменты, конечно, в вашей жизни. Итак, что ждет в сфере семьи представители знака Скорпиона в июне 2021 года? Ну, вы знаете, смотрите, и в семье, как бы семья вас вроде как и поддерживает, но какой-то человек в вашей семье не очень такой, знаете, он создаст вам какие-то неприятные хлопоты. Человек такой безнравственный, обманщик, показано, либо игрок, вот создаст вам проблемы. Возможно, вот это и будет, станет для вас депрессией, что-то этот человек разрушит в вашей жизни. Может быть, знаете, общий порядок жизни разрушит вас, ваш. К сожалению, вот так. Но все, что происходит, как говорится, к лучшему. Что в плане работы ждет представитель знака Скорпион? Ну, как в работе, если вы человек работающий, то ваши карты говорят, ваши способности усилятся, вы как-то вот ваша интуиция обострится. Больше мы знаем, что Скорпион это такой наиболее знак, наиболее такой восприимчивый, который следует своей интуиции, и этот знак имеет такую обостренную интуицию. Опять-таки вмешательство в ваши дела какого-то человека. Либо, знаете, вы на фоне того, что в вашей семье будет происходить вот какие-то такие разрушения, вы будете таким трудоголиком, все сконцентрируетесь больше на работе, чтобы как-то отвлечься от семейных каких-то неприятностей. Что будет происходить в плане... В плане любви, опять-таки, карты говорят о том, то ли о разводе, то ли вот о расставании, прощании, разрыв отношений. Какой-то вот не очень такой хороший месяц. Может быть, это для кого-то эта информация обрадует, потому что кто-то, может, никак не мог решиться на развод, и вот, наконец, такой момент настал. Вот, но карты явно говорят для Скорпиона на июнь 2021 года о разрыве отношений.
о разрушении, о вмешательстве третьих лиц, либо какой-то человек, ваш родственник как-то разрушит, вот, ну, разрыв отношений, развод, что-то вы бросите, вот как-то расстанетесь, прощание с каким-то человеком. Что будет вам помогать? Ну, как всегда, смотрите, ваша логика, ваша интуиция, здравый смысл скорпионов действительно поддержит. В этом месяце вы как бы совершите такой квантовый скачок. Будет такой некий прорыв. Некий прорыв. Возможно, из-за того, что, как я уже сказала, озвучила выше, будут разрушены ваши семейные либо отношения, либо отношения, с которыми вы сейчас, в которых вы сейчас состоите. Потому что человек такой ненадежный, вот противоречивый, любитель удовольствий. Ну, человек ненадежный. И вы как вот совершите квантовый скачок, как бы оставите все это позади. Чего вам не следует делать? Вам не следует все-таки останавливаться. Вам не следует замораживать все это. Если уже вы решили что-то разрушить, то не останавливайтесь. Если вы... Вот карты говорят, что ваши все секреты в безопасности. И если вы наметили что-то, идите к своей цели. Не останавливайтесь. Даже если вам кажется, что ваш партнер сейчас, вот может ваш партнер скажет вам, вот все наладится, все исправится, вот давай вот начнем все сначала, вот карты говорят вам, к сожалению, нет, вам не следует идти на поводу. Что будет, какой будет результат в месяце? Ну вот смотрите, на горизонте новые перспективы. Вы будете человек авторитетный, к вашему мнению будут прислушиваться, вас будут спрашивать совета, к вам будут приходить за советом, возможно, консультации. Так как вы будете, возможно, будет получение новых знаний, будете обдумывать планы на будущее, будете для того, чтобы... Так бывает, когда в личная жизнь не складывается, люди, как правило, концентрируют свое внимание и свою энергию на карьере, на получении новых знаний, как правило, добиваются очень хороших результатов. Вот так и у вас. Скорее всего, вы сконцентрируете все свое внимание на работе и на обучении. Что станет сюрпризом для вас? А сюрпризом для вас станет какая-то деловая встреча, сделка, какой-то новый контракт. Или вы подпишете, либо какие-то бумаги. И это вас очень-очень обрадует. Да, новый контракт, новая возможность, деловая встреча. И это вас очень-очень порадует. Такой будет очень хороший, приятный сюрприз. И совет месяца. Совет месяца для скорпионов на июнь 2021 года. Несмотря на все вот эти трудности, карты говорят, смотрите, руна Турисас говорит нам, что несмотря на все трудности, так как вам кажется, что весь мир как будто ополчился против вас, вы все-таки должны, вы очень сильный человек, очень стойкий, вы такой, знаете, человек какой-то вот показан нам здесь, как военной выправки. Либо это вы, если меня смотрит мужчина, и либо это, если меня смотрит женщина, то это ваш муж, либо человек, который вас поддержит. У вас будет поддержка. Либо это ваш начальник, либо это такой, знаете, человек в форме, юрист, врач, военный. Либо вот это вот характеристика ваша, даже если вы женщина, но... Карты просто вам хотят сказать, что у вас будет достаточно сил, мудрости, настойчивости и гибкости для решения вот этих всех жизненных трудностей. Ну вот такой получился расклад, немножко печальный, но в то же время карты говорят, у вас есть все для успеха, для победы над невзгодами судьбы. Я вам желаю всего хорошего. Скорпионы, если вам понравилось видео,
Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам всего хорошего. Благодарю вас за внимание. И скоро увидимся снова. Пока-пока.